Получай любовь. Не надо, пожалуйста. Этого недостаточно. Это конец? Нет, нет. Нужен напор воды помощнее. Прими контрастный душ. Хватит. Что? Не делай этого. О, он спас меня. Мой герой. О, да, это я. Фу, новые зануды. Ты мой принц на морском коньке. Ты мне нравишься. Это тебе. Это так мило. Оу, в чем дело? Жаль вас прерывать, влюбленыши. О, нет, снова ты. Конец романтики. Ты не русалка, поэтому вам не быть вместе. Безответная любовь. Пока. Стой, подожди. Нет, так нечестно. Что? Это выглядит как план. Это чек-лист для моего превращения в русалку. Отлично. Начнем действовать. Посмотрим, что тут у меня есть. Зеленые волосы не мой стиль. Нет, это цвет печали. Вау, мой любимый оттенок. Эти волосы идеально подходят для влюбленной русалки. Идем по плану. С этим планом я быстро стану настоящей русалкой. О, великолепно. Мне нужна жемчужина. Вуаля, поработаем над моими волосами. Посмотрим, что тут у меня есть. Моя шкатулка для причесок. О, да. Я накручу себе превосходные кудри. Завивайтесь мои пряди. Что? Не выходит. Ладно, попробую спрей для волос. Это быстро и просто. Что? Он закончился. Мне уже надоели эти волосы. Прощайте. Нет, не делай этого. Что? Кто здесь? Радость? Не делай резких движений. Твои волосы не виноваты. Что ты имеешь в виду? Я могу тебе помочь. Включить режим активации волшебной палочки. Вау! Какая красивая корона, как у настоящей русалки. Спасибо. А следующий пункт – это топик. Но где мне взять новую одежду? Эй, у меня есть отличная идея. Стань вон туда. Я? Окей. Стой ровно, не двигайся. Начинаем примерку. О, нет, это не тот наряд. Еще разочек. Это точно не русалка. Отмена. Вау, а вот это идеальный наряд. Топик русалочьей мечты. Отлично. Спасибо, Радость. Ты играешь в баскетбол? Этот гол забью я. Вперед, Радость, ты сможешь. Трехочковый. Я готова идти. Пока. Нет, 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 еще рано. Не переживай, я справлюсь. Вот он, мой русал. Я устраиваю костюмированную вечеринку. О, это ты, моя любовь. Приветик. Оу, мне нужно срочно поправить прическу. Он такой красивый. Ну все, я готов. Моя любовь, это тебе. О, спасибо. Что? Снова этот запрет? Нет, это несправедливо. Что? Мой букет? Нет, это злая судьба. Подожди, ты куда? Стой! Во мне бушует океан ярости. Ну почему судьба так жестока? Вытри слезы, дорогая. Что? О, какой крохотный спонжик. Спасибо за заботу. Моя кожа сияет чистотой, и я больше не плачу. Смотри, следующий пункт – макияж. О, да. Но где же мне взять косметику? У меня ничего нет. Не переживай. У нас будет экологически чистая косметика. Немного воды. Вау! Я готова собирать мейкап-урожай. Как здорово. Посмотрим, что тут выросло. Идеальные тени. Итак, начнем мой мейкап. Немного магии, и все готово. Я сделала макияж, но чек-лист остался прежним. Почему? Чего не хватает? Кажется, я знаю, в чем дело. Одной детали не хватает. Что это значит? Можешь подвинуть ко мне свою шею? Вот так, не двигайся. Стой ровно. О, щекотно. Еще парочку штрихов. Я почти закончила. Ну вот, превосходные жабры готовы. Спасибо, Радость. Мои новые жабры. Вау. А вот и недостающая жемчужина. Наконец-то. Русалочий макияж готов. О, да. Я почти у цели. Кто русалка? Я русалка. А это мой русалочий танец. Серьезно? Я плыву навстречу судьбе. Нет, стоп. Рано танцевать. Что не так? В чем дело? Тебе нужен хвост. Точно. Я совсем про него забыла. Мне нужен хвост. Но где же мне его взять? Что?
Радость! У меня все под контролем. Вау! Сейчас быстренько организую тебе милый хвостик. Мне нужна хвостовая эссенция. Вот она! Ура! Приготовься! О, нет-нет-нет, я боюсь! Ауч! Моя голова! Что это было? Посмотри вниз на свои ноги! А? Вау! Мой собственный хвост! Спасибо! Всегда пожалуйста, любовь! Новая жемчужина! Спасибо! Еще один пункт выполнен! О, мой русал! Я стала еще ближе к тебе! Я мечтаю о том, как мы будем вместе. Поскорей бы. Где-то здесь была кнопка для заказа кофе. Оу, радость занята своими делами. Это шанс, чтобы незаметно улизнуть. Вот он, мой чешуйчатый краш. Костюмы для моей вечеринки готовы. Эй, люди, приходите на мою костюмированную вечеринку. О, моя любовь, мое сердце принадлежит тебе. Привет, мой русал. Это тебе. О, да, ловлю поцелуй. Ты еще не русалка. Что? Еще не русалка? Как грубо. Что? Нет, я не это имел в виду. Прощай. Стоп, подожди, не убегай, моя любовь. Никогда меня не полюбит. Ты слишком спешишь. Сначала нужно завершить твой мейковер. Ты права, мне нужны перчатки. У меня как раз есть материалы для идеальных перчаток. Вау, что там? Скорее, мне не терпится их сделать. О, нет, я все уронила. Да уж. Прости, радость. Я все соберу обратно в коробку. Куда все упало? Жемчуг. Фатин. О, а вот и сетка. А, там морское чудище. Радость, помоги. Присмотрись внимательнее. Это не чудище. Это Себастьян. Ух, ты меня напугал. Итак, как же все это соединить в перчатки? Ты мне не поможешь, радость? А что ты делаешь? Собираюсь петь. Магия русалок в их пении. Ла-ла-ла. Получилось. Вау, какие красивые. Великолепно. Спасибо за песню, радость. Перчатки сделаны. Теперь мне нужны сережки. Вау, радость, ты рыбачишь? Посмотрим, какие сокровища принесет мне морское царство. Что-то клюет. Упс, прости, рыбка, ты свободно плыви. Мне нужна вот эта ракушка. Давай. Вау, какая красивая звездочка. Вау, а вот и вторая. Отлично. Из этой пары морских звезд получатся идеальные сережки. Сначала покрасим их акриловой краской в розовый цвет. Затем выделим яркие детали. И украсим жемчужинкой по центру. Мои сережки готовы. Какая морская красота. Этот пункт выполнен. А дальше по плану у нас ожерелье. Хм, где же мне взять материалы для этого украшения? У меня здесь ничего нет. Поэтому я схожу за материалами в колледж. Вот он. Моя вечеринка уже близко. О, моя любовь. Привет. Это ты. О, нет. Нам все еще нельзя быть вместе. Ты ведь придешь на мою костюмированную вечеринку? А какой у меня урок? О-оу, ловлю! О, моя любовь! О, нет, я все еще не русалка. Но сколько можно? Это несправедливо. О, нет. О, я снова здесь. Видимо, все-таки придется сделать это ожерелье. Ну ладно, я смогу подобрать какое-то ожерелье. Нет, это не подходит. А вот это... Нет, не то. Спорим, я попаду в лунку? Давай. Парочка удачных ударов. Вау, это идеальное ожерелье, спасибо. Всегда к вашим услугам. Итак, еще одна жемчужина. Заброшу ее в чек-лист. О, мамочки, нет, что там? Фух, он чуть не упал. Радость? Я держу его, не волнуйся. Вау, ты такая сильная. Молодец. Вообще-то мне и так тяжело. Может, поможешь? О, да, давай я помогу. Фух, мы справились. Какие у меня сильные бицепсы. О, да, молодец, радость. Можешь поместить эту жемчужину на место? Конечно, с радостью. Вот сюда. Эй, а где она? Любовь? Куда снова подевалась эта девчонка? Вот теперь я полностью готова. Все детали на месте.
Я плыву к тебе, мой русал. Что? Я злой гнев. У меня получится стать эмоцией. Ха, гнев воплоти. Самое время. О, нет, нет, нет. Что же ты наделал? Он стал гневом. Неужели все зря? Привет. Давно не виделись. Что тебе нужно? Я хочу попросить прощения. Я была не права. Вот, возьми это в качестве извинения. Это подарок. Ну же, бери, не бойся. Эти духи помогут тебе обрести любовь. Что со мной? Я стала жалким нёрдом. О, нет, 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 какой ужас! Ты меня обманула! Ага! Я заполучу твоего парня, пока! Привет, гнев! Я тревожность. Как она могла? Ха! Пока, наивная неудачница! Это мы еще посмотрим. Я начну новое перевоплощение. Я верну своего краша. Все мое превращение в русалку было зря. О нет, ты проделала такой путь. И все напрасно. Эта жизнь жестока. Не унывай, мы все начнем заново. Больше никаких русалок. И вместе мы справимся. Вау, спасибо тебе, что поддерживаешь меня. Ты лучшая подружка, спасибо. Окей, этот мой ковер уже в прошлом. Мне нужен новый план. О да, я снова стану любовью. И начну с прически. Держи заколки, это тебе. Спасибо, радость, отличная прическа. Этот пункт плана выполнен. О нет, мое лицо! Сколько прыщей! Нужно срочно ликвидировать эту катастрофу. Не помогает. Мне нужно еще больше мицеллярной воды. Ну как? Нет. Придется использовать всю воду. Эй, поаккуратнее. Упс, прости, радость. Я не хотела. Я выдавлю эти прыщи силой. Но красные следы все равно остались. Используй мои эмоциональные патчи. Вау, отличная идея. Патчи от прыщей уберут все покраснения. Пора снимать эти эмоции. Красота и чистота. О нет, черные точки портят мне весь нос. С ними справится эта полоска. Конец черным точкам обеспечен. Нужно немного подождать. Время вышло. Снимай полоску. Отлично. Вот тебе новый шар воспоминаний. Здорово. Еще один пункт плана выполнен. О нет, 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 только не это. Мое лицо. Нет, я так долго старалась и все напрасно. Вот, держи салфетку. Спасибо. И что же мне делать? О, новая лампочка за 20 тысяч лайков. Все понятно. Привет, ребята. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы я могла продолжить свой мейковер. О, вот она. Спасибо. Это то, что нужно. Теперь все работает. О, моя любовь. Мы должны быть вместе как можно скорее. А лучше прямо сейчас. Где же он? О, это ты? Привет. Это невозможно. Что происходит? О, нет, только не это. Помоги. Держу, я тебя вытащу. Ты в порядке? Фух, спасибо. Ты такой серьезный стал. Всегда пожалуйста. Ха, это я просто в роль вхожу. Вот умора. Упс, извини. О, нет, опять. Нужна экстренная помощь. Скорее, активировать пульт. Что это? Сейчас ты все поймешь. Что? Это очень весело. А если вот так? Это очень грустно. Обожаю свою работу. Теперь я спокойна. А если нажать вот на эту кнопочку? Мой любимый коктейль. Спасибо. Попробую вот эту кнопку. О, шоколадка. У меня прекрасная жизнь. Угощайся, радость. Ты такая милая. Это было очень вкусно. Ням-ням. Вытри мордашку. Ты вся в шоколаде. О, а это что за кнопка? Вау, новая одежда подъехала. Мне не терпится начать переодевание. Мой наряд точно не подходит. Посмотрим, что здесь есть. Это нужно примерить. Поехали. Вот этот наряд подходит идеально. О нет, моя обувь катастрофически не та. Попробую еще одну кнопочку. Вот эту. Мамочки, сколько здесь коробок! Посмотрим, что я смогу найти. Здесь какой-то мусор. Что вот с этой? Паук! Тише, дыши, спокойно. А что вот в этой коробочке? Нет! О, вот она, я знаю. О да, идеальная обувь. А
Вот и новый шар воспоминаний. Как раз для меня. Пункт «Новый наряд» выполнен. Прекрасно. Ауч! О, моя голова. О, нет, мои очки. Но я без них ничего не вижу. Что это? Ой, что-то не то. Упс, я не хотела. Мой пульт! Ты сломала его. Теперь он бесполезен. О, нет, прости меня, радость, я не хотела. Что тут? Я ничего не вижу. Мне нужны новые очки. Нет, все не подходит. О, я нашла их. Линзы. Это именно то, что нужно. Вот теперь я все вижу. О, нет, что я натворила? Я все уберу. Прости меня, радость. Я не хотела тебя обидеть. Присаживайся вот здесь. Что там? Еще один шар воспоминаний? Отлично. Пункт с глазами уже засветился. Ура! Это просто кошмар. Посмотри на мои ногти. Буэ, я словно рыла землю без лопаты. Какой позор. О, ты приготовила мне воду? Возьми бомбочку для ванны и сделай себе ванночку для рук. Отличная идея. Мои ручки такие чистые. А теперь в работу вступает пилочка. Все должно быть ровно и аккуратно. Фух, сколько пыли. А теперь лак с блестками. Милый узор с сердечком. Я наполнена любовью до кончиков пальцев. Высушим всю мою любовь в лампочке. Красота готова. Побалую свою кутикулу специальным маслом. Ну как тебе мой маникюр, радость? Что скажешь теперь? Это любовь. Согласна. О-оу, новый шар воспоминаний для моей мейковер-машины. Ноготочки готовы. Следующий пункт – макияж. Вау, мне нравится. Но что же мне делать? Не волнуйся, я подготовилась. Нужно нажать на вот эту кнопку. О, спасибо, радость. Что же ты приготовила мне в косметичке? Вау, здесь есть все необходимое. Начнем с ресниц. Вот так уже неплохо. Теперь стрелки. О-оу, что-то пошло не так. Нет, стрелки это не мое. Пусть будут румяна. Это должно быть несложно. Я все испортила. Спокойно, нам понадобится кнопка побольше. Вау, я красавица. Ты сотворила мейкап чудо. Всегда пожалуйста. Где же мой шар воспоминаний? Почему его нет? Чего-то не хватает. А, точно. Я забыла про губы. Ну вот, теперь мой макияж полностью завершен. Оу, что там? Помада ужила? О, это новый шар воспоминаний. Наконец-то. Макияж готов. Дай пять, радость. О, кажется, я проголодалась. Нужно перекусить. У меня есть молоко. Но к нему нужны хлопья с сюрпризом. Вау, обожаю хлопья. Как вкусно. Приятного аппетита. Тебя ждет сюрприз. Вау, это украшение. Вот так сюрприз. Кольцо и браслет. Это великолепно, правда? У меня есть еще одна идея. Отлично. Фух, ну и тяжелый. Итак, что тут у нас? Нет, не то. Снова не то. Вот она, моя сердечная сумочка. Идеальный аксессуар для любви. Оу, кто это там трясется? Какой-то монстр в старом чемодане. Призрак моей бабушки. О, радость! Прости, я не хотела закрывать тебя в чемодане. Извини, я больше тебя не обижу. Итак, вот он. Новый шар воспоминаний для моего плана. Пункт аксессуары выполнен. Я довольна. О да, остался один последний пункт. Время пришло. Спасибо за всю радость. Удачи, подружка. Я стала идеальной любовью. О нет, как он мог? Тебе подойдет образ мистера Циркуля. Он флиртует с другой. Мое сердце разбито. Минуточку.
костюмированная вечеринка. Точно. Я надену костюм мистеркуль и покорю его сердце. Отличный план. У тебя лучший циркуль из всех, что я видела. Мисс Циркуль, вот кто мне поможет. Отлично. Это она. Привет, мисс Циркуль, помоги мне, пожалуйста. Мне нужен костюм. Образ завершен. Вау, спасибо большое. Всегда пожалуйста. Привет, это я. Я нашел свою любовь. Я люблю тебя, Гнев. Я этого не допущу. Отойди, Гнев. А ты иди со мной. Какое неуважение. У меня есть и для тебя маленький сюрпризик. Твой шкафчик, мисс Циркуль. Что там? О, нет. И ты снова лузер. О, нет, только не это. Посмотри на себя. Ботанша, только очков не хватает. Проваливай в мир неудачников. Нет, я не хочу. Но почему? Ой, что происходит? О нет, только не летучие мыши. Вау, клыки у меня есть. Следующий пункт – одежда. Но моя одежда точно не подойдет. Что же делать? Настоящий вампирский гардероб. Вау, посмотрим, что здесь. Потрясающе. Но это не мой цвет. Не мой размер. Это все не подходит. Про наряд остается только мечтать. Ты что-то хочешь сказать? О, это копилка. Вот, спасибо. Обращайся. Но как ее открыть? Такая крепкая. Ничего. Мой циркуль с ней справится. Или нет? Ну ладно. Иду на крайние меры. Опс, здесь была крышка. Как неловко. Теперь деньги у меня, и я обменяю их на сногсшибательный наряд. Очередной пункт можно вычеркнуть. О нет, слишком много пунктов. Но у меня есть приглашение и клыки. Да я уже самая настоящая вампирша. Приготовлю вампирский коктейль, и можно отправляться на вечеринку. Не скучай без меня. Нет, нет, нет. Отстаньте. Привет, я настоящий вампир и пришла на вечеринку. Выглядит подозрительно. Посмотрим, что у тебя. Фу, гадость. Что это такое? Да так, коктейльчик. Если ты вампир, докажи. Пей. Ой-ой, нет. Плохо. Я так и знала. А это еще кто? Я. Твой самый страшный кошмар. Убирайся. Охотника Делайта Ван Хельсинга этим не напугать. Получай. Что со мной? Где мои клыки? О нет, не пропусти веселье. А я знаю, как разогреть публику. Сюрприз. Вампиршей я разобрался. Осталась еще одна. Что же мне делать? Платок? Спасибо. Но мне нужен вампирский плащ. Где же его взять? Ты поможешь? Конечно. О да, спасибо, то, что нужно. И этот пункт вычеркиваю. Если я вампир, мне нужен след от укуса. Надеюсь, в этом киндере есть то, что мне нужно. Давай же. Нет, эта пластиковая челюсть не годится. Может, ты меня укусишь, а? Держи. Это? Посмотрим. О, это карта. Я поняла. Мне нужно туда. Еще 15 шагов налево. Кажется, я на месте. А теперь придется хорошенько покопать. Ауч, мои глаза. Это она. Кажется, я что-то нашла. Получай. Посмотрим. Мимо. Какой нарядный фонарь. Но мне пора. Застрял. Дурацкий фонарь. Вампирша, я с тобой еще разберусь.
А вот и мое сокровище. Вау! Оно только мое. Великолепно. И этот пункт можно считать выполненным. Время заняться прической. С чего же начать? Начну с выпрямления. Нет, не то. Посмотрим, что здесь интересного. О, да, то, что мне нужно. Великолепно. Ой, прости. Я испортила тебе прическу. Но это можно быстро исправить. Ну вот, ты снова красавица. И с прической мы справились. А это что? Не могу разобрать. А, линзы. Ну ладно, от очков придется избавиться. Вот только без них я ничего не вижу. Кажется, нашла. Вот и линзы. Упс, о нет. И как мне теперь отыскать эту линзу? Лупа, мило. Но она мне ни к чему. Бинокль? Не то. Подзорная труба не подходит. Я нашел тебя, последняя из вампиров. Теперь тебе не уйти. Заряжаю арбалет. Задачка не из легких. Чеснок меня защитит. Ничего, я быстро все соберу. Теперь готово. Получай. Пши! Ауч, как больно! Спасите! Что за шум? Фух, линза нашлась. Вот удача. Добавлю немного цвета, и теперь линзы можно надеть. Отлично. Этот пункт вычеркиваем. Откуда взялись все эти карандаши? Идея. Соберу их и поставлю вот здесь. Немного подожду. Готово. О, спасибо. Сколько косметики. То, что мне нужно. Начну с патчей под глаза. Отлично. Затонирую брови. Подводка. И алые блестки. О, да. А как же губы? Они такие бледные. Для начала увеличу объем. Отлично. Нет, все не то. Наконец-то. Моя любимая помада. Нравится? Ты супер. И макияж готов. Пришло время рубинов. Этот камушек эффектно украсит мой клык. И для тебя есть украшение. Отпад. Фоамиран мне очень пригодится. Отрежу вот здесь и вот здесь. И украшу циркуль яркими полосками. Отлично. О, нет, мои ногти. Так дело не пойдет. Мне необходим маникюр. Готово. Лак никак не сохнет. Ты поможешь? Конечно. Давай. Спасибо. А теперь вторая рука. Нравится, но чего-то не хватает. Идея. Милое деревце. Заберу его себе. Эй, что происходит? Какое тяжелое. Вот теперь ты не уйдешь. Наконец-то.
Прости, дерево. Ничего личного. Но мне нужно посадить эти семена. О, да. Из них выросло шикарное колечко. А это что? На этот раз я не промахнусь. Ты что творишь? Получай. Прощайся с жизнью, вампир. Нет. Что ты со мной сделал? Вау! Я отомщу. Я влюблен. Вот тебе, получай. Ой, что это было? Сдавайся. Ну вот, снаряды закончились. Как же так? Ладно, у меня есть жвачка. Неудачник. Получай. Я теперь ботанша. О нет, как ты мог? Ну и прыщ, гадость. Он как будто сейчас взорвется. Гадость. Как бы его убрать? Булава? Что? Ну прочь. Опять ты. Уходи. О нет, ты пришел с друзьями? Меняю стратегию. Не бойся, мама Циркуль. Я мастер спорта по стрельбе. Прощайте, прыщики. В яблочко. Так-то лучше. А это что? Ага, черные точки. Разберемся. Так-так-так. Что есть в моей косметичке? Не то, не то, снова не то. Ну где же она? О, ты меня всегда выручала. Попробуем. Да уж, не тот размерчик. Не обойтись без инструментов посерьезнее. Нет, нет. О, сгодится. Не шевелиться. Ого, ну и ну. Ну вот, как не бывало. Циркуль, ты спишь? Кто? Я? Как ты могла такое подумать? Смотрю в оба. А это что? Это бластер младшего Кэтнэпа? Применим тебя во благо. Пудра, теперь твой выход. Целься. Огонь. Вышло. Выровняем тебе тон. Равномерно, не спеша. 10 из 10. Вижу, тебе нравится. Эй, а тебе как? Оу, как она мило спит. Но я тебя научу быть внимательной. Подъем. А? Что? Удачи, мисс Делайт. А я пока отмечу все пункты. Кожа. Глаза. Макияж. Что дальше? Может, займемся твоей прической? Ну и гнездо. Ого! Откуда столько морщин? Нужно исправить, пока не поздно. Хотя, стоп. Нет, тебе нужен годовой запас. А? Тоже не подойдет. А это то, что нужно. Совсем другое дело. В такие хоть на свадьбу. Прости, я одолжу ненадолго. Или надолго. Приступим к процедурам. Молодеешь на глазах, красота. Смотри, как тебе. Начну с молоду. Спасибо. Класс. Чего не скажешь про прическу. Какие грязные и запутанные. Булава плюс шуруповерт и никакого Дайсона не нужно. Вычешем это безобразие. О нет, заклинило. Тогда по старинке. Вроде выходит. Фу, что это? Сколько паразитов, кыш! А, уползайте отсюда немедленно. Мисс Циркуль, это должно помочь. Не шевелись, прочь, букашки. Фу, спасибо. Прическа есть. Прости, я не хотела. Извинения приняты. Ну что же делать с твоими волосами? О, ужас. Это что такое? Срочный анализ. Посмотрим. Что ты хранишь, Циркуль? Крипово. Эй, прочь из моего дома! О, нет. У меня есть план. И у меня тоже. Тебе никогда не закончить перевоплощение.
Время показать коготки. А? Уничтожу. Получи, циркуль. За что мне это? Никаких незваных гостей. Убирайся отсюда, живо! Только не в лицо! О, а стало гораздо легче. Ты меня спасла, спасибо огромное. Что? Я? Ну и ладно, приступим. Убирайтесь, бложки и вошки. Контроль? Чисто. С паразитами все. Супер! А с рогом беда. Стремянка, ты мне нужна. Что? Как бы тебя сдвинуть? Заодно подкачаюсь. Воу-воу, стоять! Фух, донесла. Теперь бы еще рог выгнуть. Ну давай же! Ровно. Зафиксируем результат. Лака много не бывает. Нет-нет, только не чухайся. Ауч, голова. Фу, гадость. Ты в порядке? Лучше всех. О, нет. Что же делать? Что делать? Я не хотела. Сейчас достану. Ну же. Поняла. Без каната не справится. Узел покрепче. Держись, мама циркуль. Ты уверена? Уверена. Помогай. Тяни, тяни. Воу. Ай. О, нет. Глаз не в порядке. Бедная мама циркуль. Без паники, я все исправлю. Прости, мама циркуль, это временная мера. Не волнуйся, все заживет. Ну как? Отлично, спасибо. Вроде никто не видит. За мной, мелкий. Да ну тебя, трус! Вперед! Где же это Делайт? Где Катнеп? Ой, ты! Мисс Циркуль, снова он! Класс! Обожаю это видео! Ладно, справлюсь сама. Ой, боюсь-боюсь! Атакуй! Ну уж нет, есть способ получше. Красная точечка! Наконец я тебя поймаю. Хоп. Кошки есть кошки. Ой-ой, дешевая батарейка. Что? Это была ты? Работай же. Ой, добрый день. Спокойной ночи. Сладких снов, Делайт. Твоя булава мне понадобится. Наконец покончим с этим. Что это за вонь? Ну и кошмар. Это хуже, чем лоток. Пойду найду кошачью мяту. А? Что? Этот запах мертвого разбудит. Зубы срочно нужно почистить. Без маски не обойтись. Так-то лучше. Итак, дважды в день, ясно? Ничего не пропускаем. Тщательно чистим весь налет. Вот это я узнаю маму циркуль. Ой-ой, тут не обойтись без анестезии. Кариес нам не товарищ. Прочь изо рта. Ну вот и все. Фу, ну и дрянь. Чего? Клубочек, ты мой. Обожаю, еще бы красную точку поймать. Твой циркуль никуда не годится. Скотч на все случаи жизни. Почти, почти готово. О, нет. Нужно что-то покрепче. Может, булава поможет? Бенгальский огонь. Вариант. Крепим к булаве.
теперь это сварочный аппарат. Что происходит? О, нет. На сварку без защиты смотреть нельзя. Другое дело. Куда же мама циркуль без циркуля? Ну вот, все на своих местах. Как новенький. Какой пункт следующий? Жду. Ясно. Ты слишком занята для этого. Ты что-то сказала? Послышалось. Есть, есть. Ах, да, ногти. Ну что ж, за работу. А работать есть с чем? Да уж. Хорошо, что я мастер. Вот так. Что у нас там выходит? О, сплошные заусенцы. Устраним. Готово. Теперь освежим покрытие. Черный тебе определенно идет. Ну просто роскошь. Дай 5. Что дальше? Нужно отметить. Ногти есть. Ну, не знаю. Я бы добавил красок. С этими усиками ты вылитая моя тетя Гвендолин. Запечатлю момент. Скажи мяу. Мяу. Что? Ты думаешь, это остроумно? Нет, нет, что ты. Мое прекрасное лицо. А ну, иди сюда. Играй с кошкой, будь готов к царапинам. Моя мордочка. Бу. А, помогите. Ауч, мои мультики. Чао. О, моя девочка. Мама, я так рада, что ты вернулась. Салфеточку? О, благодарю. Спасибо за помощь, мисс Делайт. Всегда рада помочь. А? О, нет. Мой компьютер. Ему конец. О, детка. Минуточку. Этот блохастый оставил свой телефон. Очень вовремя. Держи. Спасибо, мам. Так-так, продолжим. Это мой любимый мультик. Могу смотреть его вечно. Конкурентов надо уничтожать. Ты пожалеешь об этом. Что? Сюрприз! Фух. Девочки, не ссорьтесь. Давай закончим битву и начнем строить наш домик. Вау! Как она это сделала? Моя прическа готова. Сделано. Теперь мне нужны глазные яблоки и рогатка. Поехали. Заряжаю. Пли! Удачное попадание. 10 из 10. Нужен еще один глазик. Есть. Еще разок. Нет, третий глаз мне не нужен. Это было вкусно. Детка? Окей, мамочка. Глаза сделаны. Они выглядят прекрасно. Я могу сделать глаза намного лучше. Хорошо, что у меня под рукой всегда есть карандаши. Рисуем глаз. Прекрасная форма. А теперь самое интересное. Ха-ха, бей сильней. О, да. Еще разок. Меня не остановишь. Эй, что за дела? Моя булава. Где она? Упс. Вообще-то, это был мой глаз. Прости, мне очень жаль. Какой ужас, бедный глазик. Этот пункт остается невыполненным. Извини, я заберу это отсюда. Оу, плотно застряла. Я помогу тебе, давай вместе. Раз, два, три. Не выходит. Одну минутку. Привет, ребята, пожалуйста, поставьте лайки этому видео, чтобы мы могли вытащить мою булаву из глаза циркуль. Вау, спасибо, ребята, вы лучшие. А вот моя булава. Упс. Посмотри, мой глаз испорчен. О-оу, это все ты. Успокойся, мы решим эту проблему. Нам просто нужно вызвать доктора. Привет, док. Поможете нам? У нас дырка в глазу. Какой ужас. Посмотрим, что тут можно сделать. Да уж, глазу нанесен серьезный урон. Вы сможете его вылечить? Мои капли для глаз смогут. Отлично. И что? Упс. Медицина здесь бессильна, простите. Я сделал все, что мог. Ну, как там мой глаз? Это плохие новости. Так значит, ты не решила проблему? Нет, нет, нет. У меня есть кое-что для тебя. Подарок. О, спасибо. Что же там? Повязка на глаз. Это очень кстати. О, да, она отлично подошла. И больше не подходи к моему глазу.
Спасибо. Эй, детка, зацени наши новые глаза. Отлично, теперь у нас один глаз. Нужно починить мою булаву.